Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Знаете, могу, может быть, смелость, дерзновение сказать, что когда приходите сюда, наверное, я прихожу сюда точно. Но те, рожденные от Бога люди, которые знают Его присутствие, которые знают, что такое жить с Ним, быть рядом с Ним и слышать Его голос, приходят сюда, потому что ощутили, как благ Господь, как добр Господь, что Бог есть здесь. И они ощутили Его доброту, что Он может быть рядом с нами, что Он может говорить в нашу жизнь. Они это ощутили. Я благодарен за это Господу. Я очень благодарен за это Богу. Это только показывает то, что Он своим обещаниям верен. И как мы говорили о том, что пробуждение и о том явлении, когда Христос становится конкретно явным в церкви, написано, что когда у фарисеи спрашивали его, какой признак того, что придет Царствие Твое? Он говорит, не придет Царствие Божие приметным образом. Там или тут, он говорит, нет, оно потому, что есть внутри вас. Итак, Царствие Божие – это наше в первую очередь. То есть это Божья работа в первую очередь с нами. И Царствие Божие, запомните это место, Римлянам 14:17, что такое Царствие Божие. К какому царствию мы стремимся? Это то, что смогли описать словами человеческими. Это написано в Откровении. В Откровении 21 главе. Я прочитаю это сам. Можете открыть и следить вместе. Можете слушать. Я прочитаю это с вами. Откровение, 21 глава, с 10 стиха. Ну, наверное, и до конца. «И вознес меня в духе на великую высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога, Царствие Божие. Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценному камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, из них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Говоривший со мной имел золотую трость для измерения города и ворот его, и стены его. Город расположен четвероугольником. 17 стих. И стену его измерил во 144 локтя, меру человеческую, какая мера и ангела. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. Какие драгоценные камни? Город, 23 стих, не имеет нужды в солнце. 22 стих говорит, храма я не видел в нем, потому что Господь, Бог Вседержитель, в храм его и Агнец. В город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божья осветила его, светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, и ночи там не будет, принесут в него славу и честь народов. Это говорится о Царстве Божьем. И знаете, последний стих говорит в это Царствие на небеса, не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Это говорится о небесном Иерусалиме. И Господь говорит, когда его спрашивали, где вот этот вот небесный Иерусалим? Скажи, когда он придет. Придет твое царствие на этом. Он говорит, оно, знаете, оно не придет приметным образом. Он сказал, я говорю вам о том, что вот это царство, которое вы хотите увидеть на земле, оно есть, и оно здесь. Оно есть внутри вас. И я хочу, наверное, сказать, что правда, если вы хотите думать о пробуждении, хотите думать о том, чтобы Господь работал, хотите видеть чудеса, исцеление, знамения, освобождение, если действительно желаете все это видеть, то вам надо понять, видите Бога, то Бог, в первую очередь, Иисус Христос, и Его слава, оно находится уже здесь, оно здесь уже есть, оно с вами. И не сбрасывайте ответственность, не думайте о том, что
Царство Небесное, оно придет, и только тогда будет пробуждение, только тогда будет все. Нет. Как Иоанн Креститель говорил о том, что «се», как написал пророк Исаия, как сказано пророком Исаием, «се глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь для Господа». Прямыми сделайте стези, всякая долина да наполнится, всякие холмы да понизятся, пути все должны быть выпрямлены и неровности все сглажены, и тогда всякий человек увидит его спасение. Сегодня я хочу говорить о том пути, который более чем серьезен. Это здорово говорить о благости Божьей на собраниях, на проповедях. И это прекрасно. Хвала и благодарение Ему за Его обещания. Но мы также не должны забывать о том, что эти обещания стоят. Эти обещания, обещания вечного Духа, и стоят эти обещания Духа нашей плоти. Для того, чтобы получить духовное, что приходит для нас. Потому что жизнь приходит только через дух. Написано, плоть же делает мертвым, плоть умирает. Хотите увидеть реальную работу Божью? Знаете, это работа духа. А где работа духа, там нету работы, там не имеет места быть вообще плоти. И Господь говорит, чтобы явлено было это царство, оно явлено внутри вас. Говорит о том, что вот в это царство, говорит о том, что которое есть внутри вас, он говорит, ничто нечистое, преданное мерзости и лжи, его не наследует и в него не входит. Вот что говорит нам Библия. Такая тишина сразу стала. Знаете, на самом деле, ведь я говорю обычные вещи. Я не говорю что-то, чего не должен, то есть, что для христианина ненормально слышать. Настоящий христианин должен радоваться этим словам и сказать Господу «Аллилуйя». Потому что если бы в это царство входили преданные мерзости и лжи, и нечистоты, это было бы не царство Божие, это было бы совершенно несовершенное царство. Оно было бы таким же грязным, таким же отвратным, таким же развратным, как вот этот вот мир за этой стеной. Поэтому Господу слава, хоть это царство, оно честное и чистое. Аллилуйя. Хоть в него смогу попасть. Аллилуйя. И знаете, Господь говорит, и Господь дает нам путь для того, чтобы нам войти. Войти в это царство. Как нам войти в него? Он дает нам путь Иисуса Христа. Он говорит, я есть им путь и истина и жизнь. И что пишет нам Слово Божье, Писание? Как увидеть нам этот путь? Написано. Слово Твое, светильник ноге моей. И свет стезе моей. Вот что освещает наш путь в Царство Небесное через Иисуса Христа. И знаете, это слово очень серьезно написано. Евреям в главе пишется о том, что и это слово... Так же, как является светильником, написано это же слово, является оружием. Написано, слово мое есть острее меча обоюдоострого, который проникает до разделения души и духа, до суставов мозгов, которое судит. И вы знаете, что оно судит? Знаете, почему люди боятся этого слова и почему по-плотски люди не хотят видеть Слово Божье в своей жизни? Ответ очень прост. Потому что это слово, когда оно живо. Потому что когда это слово живо, оно залезает в наши намерения и желания сердечные. Перед ним приходится вставать честно, твердо, и он говорит тебе. И там, когда это приходит слово, оно говорит тебе, что ты грешник, что ты грешница, что ты на самом деле хочешь танцевать, ты хочешь показать всем, какая я красивая, ты хочешь показать быть популярным среди девчонок, быть таким. Ты хочешь хорошо зарабатывать, ты хочешь ездить на красивой машине.
Потому что это слово, когда оно приходит, живым, оно приходит прямо в сердце. И оно судит не просто эмоции и чувства, как думает сердце. Нет. Сердце является хранилищем намерений, желаний, тайных мест. И туда, именно туда, Господь приходит Духом Своим Словом туда, и Он режет туда. Потому что написано, от избытка сердца, говорят уста, и из него текут реки воды живой. И именно поэтому нам, как христианам, для того, чтобы потекли реки живой воды, нам нужно, чтобы в самом глубоком, в самом-самом-самом-самом, откуда это берется, откуда только зарождаются первые капли, откуда зарождается начало, вообще слово «начало», которое есть Иисус Христос. Нам необходимо, чтобы это начало было Иисус Христос. Нам необходимо, чтобы это Он был началом. Но честно скажу, люди не хотят. Но не просто люди, плоть не хочет. Плоть очень-очень не хочет. Потому что и правильно писал на эти места Иоанн, Богослов. Писал о том, что потому что, говорит, не хотите мира, не хотите мира, не желайте этого мира и не всего, что есть в этом мире. Не желайте вообще ничего ему не принадлежащего, потому что все, что в этом мире, все, что принадлежит этому миру, это похоть плоти, то есть то, чего хочет плоть, хочет удовольствий, хочет развлечений, хочет показать себя, она хочет остаться, прилепиться к этому миру, она хочет приклеиться к нему и быть с ним вместе взятых, окутаться им, как одеялом, и в нем всегда быть. Потому что написано «Дьявол, отец лжи», и говорится, что грех приносит легкое удовольствие, и при этом ты еще можешь говорить «я». Я приду к этому «я». Он говорит, похоть плоти, похоть очей, желание того, что так хотят глаза. Я увидел вот, я увидел это, я хочу, чтобы меня увидели вот так вот. Я хочу все, что хотят глаза. И третье, гордость житейская. Я хочу быть «я». И чтобы мое «я» было прямо настолько «я», чтобы, не дай Бог, дунули на это «я». Чтобы к нему нельзя было прикоснуться, чтобы о нем нельзя было вслух подумать и высказать мнение, как есть уже на Западе. О, не дай Бог, скажите в Англии, пожалуйста, что гомосексуализм – это грех, тебя арестуют. Тебя заключат в темницу, потому что это нельзя говорить. Как ты? Вот ведь человек, а, говорит какую вещь. Все имеют право. Все имеют право. Все имеют право любить, все имеют право на то, что выходит из сердца. Вот что выходит из сердца. И Господь там явно показывает. Господь явно показывал о том, что в Иуде написано о том, что Господь показал конец всего этого. Он поставил пример Содом и Гоморру, которые в своей нечистоте, в своей грязности, в своей похоти, в своем извращении... У них настолько закрылись глаза, что пришедшие ангелы, когда просто праведный человек Лот, написано, который томился в душе своей, сидел у ворот города, лишь бы не быть в городе. Томился в душе своей, увидел, он понял, что это ангелы. Нигде не говорится о том, что он был святым человеком, что он исполнял волю Божью, потому что жил в Содоме. Если бы исполнял волю Божью, не жил бы в Содоме, думаю. Не место святому человеку в Содоме и Гоморре. Поэтому можно говорить, что среди них, поверьте, он был самым праведным человеком. И он сидел там, и пришли ангелы, и он увидел сразу, это ангелы. Говорит, идите ко мне в дом. Идите сразу ко мне в дом, не останавливайтесь ни у кого, потому что я знаю, что это за город. Так вот, вот этот город настолько погряз в своих похотях и в своей нечистоте, это было настолько нормальным, что не признавшие ангелы готовы были совершить с ними то же, что делают сами с собою. И поэтому что сделал? Он говорит, быстро собирайся, не оглядывайся назад, беги в сторону горы. И Господь сказал, и вы видите конец их. Конец их такой. А знаете ведь, с чего началось-то, а? С чего начинаемся? А ведь это город, который спас когда-то Авраам, помните? Содомский город. Авраам спас. Не так уж и много времени прошло, представляете, только город отстроили. Может, пару десятков лет. Дождь из огня и серы.
Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, все начинается с одного, когда внутри есть я. И это постоянное противобойствие Христу. И знаете, почему место называется церковью, собранием Христовым, собранием братьев? Потому что это люди, которые приходят и говорят: не я, а Бог. И даже если я несовершенный, они прекрасно понимают, что несовершенны, но они желают быть во имя того, чтобы стать ими, чтобы увидеть Бога, чтобы увидеть желание. Знаете, вообще, до чего на самом деле докатился этот мир? Действительно, посмотрите, можете посмотреть друг на друга, можете просто даже представить церковь нашу, представить всех верующих в этой стране, в этом городе. Тогда как на самом деле нормальная реакция на то, когда нам говорят объявление о том, что собираются в правительстве узаконивать гомосексуальные отношения, все, что мы можем сказать, это сидим на денег, это: ой, да не плохо, да плохо, Господи, ой, какой кошмар. Да, мы подпишем петицию. Тогда как мы, зная конец этот, что весь наш конец будет похож на Содом и Гоморру, если мы не будем трястись, чтобы этого не было, мы не стоим, мы не вопием, мы не кричим, мы не радеем ради этого. Я не говорю о том, что, знаете, паниковать. Есть паника, страх написано. Нет, Господь дал нам не дух страха. Это не означает, что мы: о Боже, что делать? Ой, какой конец, какой кошмар, что же будем? Нет, у нас есть дух силы. У нас есть дух твердости, дух крепости сказать, что да, мы видим, мы переживаем, мы говорим: Господи, мы взываем к Тебе. Мы взываем к Тебе, Боже, мы поднимаем руки к небу, чтобы не совершилось, чтобы не случилось. Дай нам крепости выстоять в этом. Дай нам идти против этого. Но знаете, это не такое отношение, чтобы... Понимаете, разницу отношений, когда мы вот так вот, да, это очень плохо, это как ужасно. В Голландии, в Америке, ой... В Европе, да, это действительно нехорошо. В Эстонии, нет, ну это совсем нехорошо, ну... Вот. Церковь, не осуждаю нас, но мы можем так себя немного. Написано: проверяйте себя. И не думайте, что я сейчас ставлю оценку, потому что я выношу... Я вообще-то с вами. Я точно такой же с вами. Я себя от вас не отделяю. Я все так же тоже остаюсь с вами виновным, потому что столько времени спал. Потому что столько времени сидел и ждал, чтобы кто-то для меня сделал, что-то для меня сделал, чтобы Бог сам пришел и проговорил. А Он постоянно приходил и говорил: я только ждал чего-то еще большего. Я еще хотел пожить своей жизнью. Хотел пожить сам для себя, хотел удовольствия, хотел хорошую зарплату, хотел хорошую работу. Всего хотел. Написанные люди древнего мира тоже, все их желания были, и они были зло во всякое время. Оно пришло настолько, что Господь сказал: я просто жалею, что создал человека. Я жалею, что я его создал. Как бы я боялся, чтобы Господь когда-нибудь сказал: я просто жалею. И знаете, я благодарю Бога за ту церковь, что мы имеем здесь. Что Господь, не прекратив свое действие, Он все остается здесь. Люди на молитвенные собрания, на молитвенные встречи, по утрам, жертвуя своим сном и отдыхом, приходят, чтобы воззвать к Богу, чтобы Господь, чтобы Божий огонь Духа Святого пылал здесь. И чтобы Он не просто пылал, чтобы Он рос, и рос, и рос, чтобы Он опалял стены, чтобы Он выходил из стен, чтобы Он светился светом и теплом. Молятся об этом, потому что видят, что только с Богом это возможно, что только с Богом возможно избежать конца и быть в Царстве Божьем, в котором нету мерзости и лжи. Если и говорить, знаете, о святой жизни, то... Ефесянам 1 глава 4 стих говорит о том, что Он избрал нас, чтобы мы были святы. Что пишет нам апостол Павел в послании к Коринфянам?
послании к Коринфянам, первом послании к Коринфянам, в 6 главе он пишет. В самом начале главы он пишет о том, что говорит, как кто, имея с кем вражду, имея с кем какие-то соревнования, споры, какие-то дележки, имущества, что-то у вас происходит, он говорит, как вы можете, во-первых, он говорит, судиться у грешных, как вы можете идти в суды и выяснять там свои отношения. Он говорит, кто вам вложил эти мысли идти судиться с неверными, не знающие Бога людьми, не имеющие ни страха, ни совести, ничего, не имеющие у Бога сердца, он говорит. Говорит, вы будете их судить, вы будете ангелов судить, говорит. Ангелов падших будете судить, говорит, вы. И вы судитесь друг другом у людей-грешников? Он говорит, более того, он говорит, вы судитесь друг с другом? Вы вообще друг с другом судитесь? Он говорит, не время ли вам остаться? Говорит, не лучше ли остаться обиженным? Не лучше ли остаться неимущим, но сохранить мир? 8 стих, но вы сами обижаете и отнимаете, и при том у братьев. 9 стих, или вы не знаете, что неправедные, то есть те, которые поступают не по правде, Царствия Божьего не наследуют. По сути, это заявление нам сюда, что вы понимаете, церковь, мы понимаем, что мы, если будем неправедными, мы не увидим здесь Царствия Божьего. Мы не увидим здесь пробуждение, оно пройдет мимо, оно где-то пройдет далеко, потому что мы поступаем неправедно. Что если в нашей церкви не будет духа праведности и святости и чистоты, то вообще о каком пробуждении мы можем иметь речь? Он говорит, вы не получите его. Не обманывайтесь, пишет Павел, он говорит, не обманывайтесь. Он пишет это братьям, тем, которые были и сестрам, те, которые были в церкви. Он пишет и говорит о том, говорит, не обманывайтесь, то есть не лгите сами себе, будьте с собой честными. И это одна из вещей основных, которые мы должны иметь в отношениях с Богом при разговоре с Ним. Честность, честность, абсолютную чистоту, быть такими же прозрачными, как написано, золотые стены Нового Иерусалима, которые прозрачны, настолько они золотые. Мы должны иметь вот такую честность. Он говорит, не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, то есть те, которые не верны супружескому долгу, ни мужчины, ни женщины, ни малаки, то есть люди, мужчины, одевающиеся в женскую одежду, и женщины, которые специально одеваются в мужскую, потому что считают, то есть для себя так, своего рода извращение. Ни гомосексуалисты, мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, которые берут больше с лихвой, которые продают и которые дают в долг и берут больше назад, которые требуют так и делают людей должниками вообще внутри самих себя, что я тебе сделал доброе косвенно, но я от тебя, в общем, буду ждать. Ни пьяницы, дальше, ни злоречивые, которые просто умеют гадко говорить, которые умеют сплетничать друг на друга, которые умеют слухи пускать друг на друга, которые умеют пустить шальную мысль, опасную такую мысль. Нет, я не сказал прав, не сказал неправды, но я это правда. Просто очень такая прямо сочная правда, как сладкого-сладкого торта или салата, который внутри... который, увы, приправлен, у которой салат, который смазан кислотой, и торт, в котором щелочь, который, когда попадает внутрь Церкви Божией, внутрь тех, в кого это послано, ведь те, кому, на кого это было, рано или поздно получат, вот таким-таким кругом, с вот такой добавкой. И это придет на него, это наступит на него, это упадет на него с великим грузом. И вопрос, ну кто обо мне такое сказать мог? А даже если не прав, ну неужели настолько не прав? Неужели настолько перед братом, сестрой провинился, что надо было это сказать? Неужели не сказать мне лично? Не думаем ли мы, что мы, когда не следим за своими словами, можем довести человека до слез не просто внешних, но внутренних и сказать, Боже, если такие дети твои, зачем вообще с такими быть?
ведь понимаете, почему Царствие Божие такие не наследуют? Почему мы не сможем наследовать Царство Божие? Наследуют Царство Божие те, которые живут и ждут Его, которые стремятся к Нему. Написано, ни воры, ни лихаимцы. Дальше, ни пьяницы. Те, которые пьют. В одном из переводов говорит, которые, знаете, попивать любят. Ни злоречивые, ни хищники, то есть ни мошенники, которые разводят людей, которые обманывают их всевозможными махинациями и творят. По сути, воры, только с особенной стороны, с креативной такой, отливом. Царство Божие не наследуют. Вот. Вот. Ефесянам 1:4 говорит, избрал нас, чтобы мы были святы. Если открыть, Ефесянам 1:4 говорит, пишет нам о том, что так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. И если вопрос, откуда и почему в нашей церкви, и почему в этом городе не звучит имя Иисуса Христа, почему люди не знают, где находится Божья Церковь, и не видят Его силы, и спрашивают вообще, что это такое за место. Знаете, как не хочется сказать, что это из-за меня, из-за нас. Меньше всего мне хотелось бы эти сказать слова. А что мне тогда сказать? Что нам тогда говорить? Знаете, эта Библия действительно, Слово Божье, оно говорит нам о том, что Он свет ноге и свет стезе. Что Слово Его, оно свет ноге, свет стезе. Говорит о том, что оно как елей на сердце. Но также Господь говорит о том, что это и меч. Говорит нам о том, что в жизни мы должны принять решение. Говорит о том, что мы должны поменять наши намерения. Мы должны поменять наши цели, наши планы. Как будто бы они куда-то убегут. Как будто бы мы часто забываем. Мы забываем, как будто бы Бог может забыть о нас. Может забыть, что есть у нас в сердце. Что, может быть, я хотел бы хорошую семью. Я хотел бы хорошую спутницу жизни или спутника жизни. Хотел бы хороших детей. Хотел бы радоваться с ними, съездить на пляж. Или, может быть, в Диснейленд. Что я хотел бы действительно хорошую машину. Хотел бы квартиру. Я хотел бы иметь хороших друзей. Я так не хотел бы быть одиноким. Я так бы хотел быть кому-нибудь нужным. Но как будто бы забывая Его обещание, которое Он говорит, что я с тобой. Пойдешь в огонь, не попалит, в воду не утонешь. Говорит, я дам за тебя выкуп народы, поддержит меня десница, то есть моя рука, она поддержит тебя. Я под локтем тебя держу. Со мной ты поднимешь крылья, говорит, я дам тебе наследие живых.